Нам сказали в интернете, что пипец пришел планете, что настало время всем нам огрестись, что какая-то там язва, китайская зараза, собралась по миру полностью пройтись. Дома, сидите дома, сидите дома, сидите дома, сидите дома. Нам по ящику сказали, мол, вы граждане попали, получите карантин по всей земле. Ну а вы ползешь без маски, оштрафуют на 100 баксов или в обезьянник на неделю две. Дома, сидите дома, сидите дома, сидите дома, сидите дома. На Китай свалились шишки из-за их летучей мышки и какой-то там гадюки, блин, змеи. Получился этот вирус, его звать коронавирус, захватил тот самый вирус полземли. Дома, сидите дома, сидите дома, сидите дома, сидите дома. И под этот самый вирус грянул в мире новый кризис, рухнул денежный финансовый поток. Нефть упала, рухнул бизнес, все в стране остановилось, срок благополучия, увы, истек. Дома, сидите дома, сидите дома, сидите дома, сидите дома. Мы закрылись по квартирам, следим с ящиков за миром, дни и ночи напролет сидит и ждем. Победим коронавирус, несмотря на злобный кризис, всем назло мы эту жесть переживем. Дома, сидим мы дома, сидим мы дома, сидим мы дома, сидим мы дома. Дома, сидим мы дома, сидим мы дома, сидим мы дома, сидим мы дома.